Для оказания помощи населению поселка Кахем Кызыльского района продолжают дежурство спасатели Тувинского поисково-спасательного отряда регионального МЧС и личный состав пожарно-спасательных частей. Кроме этого, для уточнения оперативной обстановки на месте находится группа Центра управления в кризисных ситуациях, а также осуществляется мониторинг ситуации с помощью беспилотного летательного аппарата. Рабочими бригадами с низменных участков придомовых территорий было откачано 2500 кубических метров воды. Также проводились работы по продлению траншеи для талых вод с горы Хербис Кызыльского района. Наиболее сложная ситуация сегодня остается в Кызыльском районе, где талыми водами с 24 марта подтоплено 30 участков. В Кызыле ситуация стабильнее. Напомним, что 24 марта произошло подтопление талыми водами 30 участков придомовых территорий в поселке Кахем Кызыльского района. Для оказания помощи пострадавшему населению поселка Кахем Кызыльского района за прошедшие сутки проведено 14 выездов спасателей Тувинского поисково-спасательного отряда МЧС России. Оказана помощь более чем 130 людям, в том числе 30 детей. Нуждающиеся размещены в пункты временного размещения, которые развернуты в школе номер 12 города Кызыла и в школе номер 2 поселка Кахем, где дежурят психологи Главного управления МЧС России по Республике Тыва. Для оперативного информирования населения о текущей обстановке проведен обход более 140 домов личным составом Федеральной противопожарной службы. Также информирование проводится с использованием специальной техники. Всего для ликвидации чрезвычайной ситуации задействовано около 200 человек и 80 единиц техники, в том числе от МЧС России более 70 человек и 8 единиц техники.